По полю они от меня быстро сюда прилетели. Я звонил и свернул, короче. Давай сейчас аккуратно, все серьезно, блядь. На пульс сейчас сядешь. Сел. Понял, да? Хуяк. Вот работа штурмана, видите, в триале так и должна быть. Зачем еще штурман? Да, да, сегодня вот так и должна быть. Согласен? И вот тогда. Что ты орешь? Просто ты то шутишь, то серьезно, я не понимаю, как... Снимай. Когда ты говоришь правду, когда... Нормально только вот хватает. Тихо, ну он пошел, а теперь выйди, посмотри, на что ты нашел. Собрались. Раз это было не обязательно. Отходим, отходим. Ну, я и говорю, поэтому он пошел. Интересно, а Голливаген, если упадет, больно будет? По деньгам, да. Хоть раз увидите, как это делается. Правую лежку я вообще не видел. Слушай, камера не может передать этого наклона. Я не знаю почему. Не передает камера. Этих всех наклонов. То, что вот вот он, водитель тоже хороший. И видишь? Ну и чего, Федь, никак не... Мен там спрашивает скорую помощь, что им оставаться, не оставаться. Сколько времени? Полпятого. Скажи, все, мы уже закончили. Да? Ну они воспримут мой этот самый? Воспримут, скажи, Чермен передал, что мы уже закончили, да? Скорой помощи. Да, 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 а то что-то я за них даже забыл вообще. Я их накормил. Но... А что касаемо этой самой бани, что там за баня? Баня, наша баня. Ваша? Наша. Да, Денис, наша баня. Баня работает с нашей территории общения теперь. Кафе, баня. Скоро еще сауна заработает. Туалет есть. Все есть. Официально. Кто зелененький. Зелененький, да. А то у тебя своя баня. Да никто не знает, сколько рыба. Чего вот отсюда он не заходит? Вот отсюда вот шикарная дорога. Чермен. Я же не ему говорю. Смотри. Уже отходить. О! Красиво! Рисковать не надо забывать. Куда, куда? Вот сюда идет. А? Чисто прошел. Да. Красиво, вот так вообще с заносом. А туда куда? Одно хреновое поворотом. Да. Мы это заметили. Мы это заметили.
Он отсюда куда поедет? Сюда? Вот чтобы эти УАЗиком управлять, надо в качалку еще. Да, там руки болят, покачаем. Да, я все. Продал я его. Я все детство прокатался на таком УАЗе. А мы другого-то не видим тогда. Я когда потом на лифтовую машину садился с медичком. У меня знаешь, что там стояло? Вот эта штука. Вот смотри, вот он видишь, ему больше разгон надо брать. Вы знаете, вот это вот я 245-я резина. Ее очень сильно любили духи, так называемые, афганские. Значит, она очень мудрая, очень хитрая резина. Вот это вот эта штука большая, да? Нет, это я 195. У нее такой протектор, у нее только зубы по краям глубокие, а по центру нету. За счет этого она как лыжа стоит и не тонет, не копает она, но гребет. Уже и он всех будет следить. Короче, считай, что сбил. Как ты сейчас всего дома сварит? А сейчас куда он едет? Ой, ухай! Чего ты дай? Хорошо идет. Резина хорошая для песка. Подожди, пиши. Лучше для песка нету. Ее очень сильно арабские террористы и афганские террористы любили. Вот именно я 245. Она же не закапывается. За счет того, что она плоская. Вот это козел, а? Представь, как он вписался! Не было! Не было! Я на камеру снял! С моей стороны не было! Не было!